вот, друзья, для чего брал эту резину. Вот ее стихия. Первый снежок сегодня выпал. День жестянщика. Ждем. Ой, как хорошо ездить-то стало, мягенько. Сибирский асфальт выпал. Все ямы залепило. Вот почему у нас дорожный налог повышают. Потому что на ближайшие полгода дороги станут ровнее. Но не факт, что почищенные. Ну, вообще, друзья, держак как летом. О, тормозим. Даже обейсинг не срабатывает. Давай, Алёша. Газу. Нафиг вот мне брать вот эти брина Нордика, чтобы потом вот так вот ездить за 3 трамвайных остановки до поворота, останавливаться и очень медленно двигаться. Так я и на летней резине также могу ездить. Зачем мне это все? Там просто женщина, конечно же. Женщин какой спрос? А так вообще огонь. Резина. Держит хорошо. Аки летом. Это вообще просто сказка, а не резина. Держак вообще. Она и разгоняется без пробуксовки. И АБС не срабатывает при торможении. И в повороты заходит, как летом просто. Огонь. Хана чувствую всем этой зимой. Просто хана, друзья мои. А вот этих помощь с реагентами подъехала. Прекрасно, сейчас машины станут гнить намного быстрее. Давай, Лёша, давай, сыночек, давай. Маленькая пробуксовочка. Но у меня и летняя резина, то летняя резина на этом выговорить буксует также. Он обратно пройдет и все растает. Время, сука, 10 часов. Они только-только выехали чистить дороги. И битых у матушку, а. Спят, как эти. Ладно, поедем. По тихой грусти движемся. Пока что как летом движемся. Но это очень плохо. Надо перестраиваться на зимний стиль вождения. К тому же еще не все переобулись. Вот это самое страшное. И надо смотреть не больше не вперед, а назад. Кто там тебе может в жопу прилететь. Вот это опасно очень. На самом деле. Я-то отторможусь, если что. А вот тот, кто на лете. Сейчас вот Каен ехал кроссовер на аварийке. Его таскало по всей дороге на летней резине. Но он молодец, благо это. 20 ехал, включил аварийку. Не выпендривался, как некоторые. В общем, неплохой держак, друзья. Сейчас кольца пролетел, все. Пока еще не чищено. Здесь вот уже насыпали реагентов. Началось это грязь. Ой. Ну, неплохо держит резина. Конечно, на старте немножко пробуксовывает, но это еще от того, что машина легкая очень. Была бы она весом 2 тонны, был бы держак лучше. А так, уж какой есть. Резина хорошая. Вот, если перестраиваться, пожалуйста. Оп. Все отлично. Никуда не бросает, ничего. Как по рельсам идет. Оп. Вообще прекрасно. Все замечательно. Ладно, всем счастливо.